Друзья, шалом. Сегодня проснулся в 5 утра. Ну вот, потихонечку двигаюсь на линию старта. Расскажу, как было. Знаете, очень интересно работает человеческая психика. Казалось бы, обычная тренировка. Проснулся, оделся, пошел бегать, но нет. Знаете, я не собираюсь пытаться выиграть, занять какое-то призовое место, но все же определенное волнение почему-то вот существует. И что я подумал? Я подумал, что в спорте необходимо иметь как можно больше соревновательного опыта. Мне кажется, что и в духовной жизни, когда мы постоянно преодолеваем себя, когда мы постоянно боремся со своими искушениями, побеждаем их, нам необходимо как можно больше вот этого побеждающего соревновательного опыта. Потому что не с первого раза мы все побеждаем, но чем больше у нас будет официальных соревнований, тем больше опыта мы будем приобретать. А теперь подскажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, как вы думаете, а в чем может быть наш соревновательный опыт в духовном плане? Где мы можем тренировать свои духовные навыки и в чем? Поделитесь, пожалуйста. Буду ждать ваших комментариев. Обалденная атмосфера. Куча народу, которая разминается, которая переодевает кроссовки и начинает подготовку к бегу. Если вы никогда не пробовали бежать официальные старты, пожалуйста, зарегистрируйтесь прямо сейчас, начните. И не важно ваша физическая подготовка, главное зарегистрироваться, почувствовать эту атмосферу праздника, общего такого, знаете, подъема адреналина. Мы находимся в Хайфе, и сегодня хайфский полумарафон. Посмотрите, как люди разминаются. Посмотрите. Вот они, герои, которые побегут сегодня 21 километр. Я пока не такой герой, я побегу меньше, но все же атмосфера просто эш, огонь. Друзья, мы сегодня бежим 10 километров. Я привел друга, 1+1, не забывайте об этой акции. Никогда не бегайте одни, потому что друзья всегда мотивируют, воодушевляют. Это всегда здорово. Знаете, и Соломон пишет в притчах. Плохо человеку, когда он один. Если он упадет, не будет рядом кого-то, кто его поднимет. Поэтому всегда занимайтесь спортом, только вдвоем. Увидимся на дистанции. Обалденные медали! Да. Просто классное чувство с утра пробежать 10 километров, преодолеть себя. И здорово, когда вы бежите вдвоем, потому что один бы я бы пробежал медленней. Они в Манка нахлопцем, 2,5 километра. Команда мы пытаемся с Мариком прорваться через толпу,
Очень много детей бежит, очень много людей. Мы пытаемся всех обгонять. И у нас это получается. Да, Маркуся? Ага. Мне нравится, что в последнее время вообще в мире культура физического воспитания выходит на новый уровень. Мне нравится, что сейчас в тренде бегать или заниматься какой-то другой физической активностью. Мне нравится, что родители берут своих детей, занимаются вместе с ними. Мне нравится, что человечество задумалось о проблеме сидячего образа жизни, о проблеме неправильного питания и пытается делать маленькие изменения, начав с себя. Это замечательно. Это то, что мы пропагандируем. Это то, что мы продвигаем. Мне очень нравится бежать на этом празднике спорта, хорошего настроения, энергии и задора. Финиш Марика! Привет! Меня зовут Марик. И завтра я бегу свой первый детский полумарафон. Как по-моему, это будет примерно 2.5 километра. И я думаю, что мне будет легко это пробежать. Я обращаюсь к детям. Выходите на улицу, одевайте спортивную одежду и занимайтесь спортом вместе со своими родителями. Потому что главное в вашей жизни – это спорт и физическая нагрузка, потому что это –